Две шоколадные вазы. Печать заняла 12 часов. Вот этих двух крошек. Они полностью пустые. Снизу есть дно, сверху пусто. Последние несколько слоев почему-то пошло ускорение. И чуть-чуть смазалась верхушка. Но в принципе вся ваза в основном получилась. Как одна, так и вторая. По весу давайте взвесим, сколько каждая из них весит. Грамм, я думаю, вам будет видно. Вот, две вазы 35 грамм каждая, то есть 70 грамм, печатались 12 часов. Но если на слайсере поставить 6 ваз, это максимальное количество, которое влезет мне на стол, то эти 6 ваз будут печататься 14 часов. Почему такая разница? Потому что на 6 вазах можно печатать быстрее, то есть время на остывание каждого слоя будет больше. И за счет этого можно печатать сразу 6 ваз и при этом практически не потерять в производительности. Но так как у меня стоит ограничение на время слоя, то есть слой не должен быть меньше, чем 140 секунд, это чуть больше 2 минут, поэтому эти вазы печатаются довольно медленно. Но для того, чтобы отпечатать их в единичном экземпляре, этого вполне хватает. И еще один тест. Сейчас мы узнаем, можно ли в эту вазу наливать воду. Ну, с учетом того, что я разлил чуть-чуть воды на стол. А сама ваза у нас герметична. Абсолютно и полностью. Это говорит о чем? О том, что пробелов во время печати не было. И все получилось хорошо. Всем удачи. Не забудьте подписаться, поставить лайк и порекомендовать канал друзьям.